Просто я нажимаю, на что-то включается. Всем шалом, всем доброе утро. Как выгляжу, мне не знаю, я там, как я там выгляжу. Нормально выглядишь. Я сегодня буски одел, подарок Диме. Ой, Диме на подарок. Диме. Ну да. Самое то ему пригодится. Погода, серость. Снежочек пошел. Снежочек пошел. Ну да, ночью прошел. Да какой там снежочек, там 5 грамм посидел. Ну грамм, ну 5 грамм, но все равно он пошел. Печку растопил. Внимание не обращать на дырки. Она ничего не коптит и ничего. Мы привыкли, я люблю так, как камин. Но я замазывать все равно буду. Будешь замазывать? Буду, да. Сынок, а что это вот такое тут? Огнеупорная смесь. А это что? Ну-ка. Что это либо огнеупорная? Цемент, а это что такое огнеупорная? Это огнеупорка. А, огнеупорная смесь, а это что такое? Цемент. Цемп. А побелку там не занести, она там не замерзнет? Ну, а улица? Огнеупорная? Ага. А? Мечталась, она непригодная. Она непригодная, да? Ничего уже. Все-таки будешь замазывать, да? Да. Ну, я посмотрю. Плиточный клей я куплю. Еще. Ты хоть тогда посмотри, там в интернете ролики как-то. Зачем? Мне ничего не надо. Я помнишь, вот эту печку складывал, которая вот тут была? Я еле разломал ее. Ты я умеешь, тут кувал, да? Я тут кувалдой махалась, махать. Умеешь делать, да? Да. Ну хорошо, слава богу. Я все-таки вот тут печку тут строил. А, вот тут печка, помнишь, была? Ну я помню, конечно. Когда я болел. Да, да, помню. Я как раз я огнеупорную смесь, цемент, печечный клей использовал. Mm. Я тут замахался реально ее отбирать, это все тут отбивать. Снимешь? Это мы делаем для того, чтобы Эмилию не так холодно было спать около окна. Приходится. Застели как следует кровать. Вот так сделай, как я делал. О, и что за фигня? Скотина. Вот точно. Ну вот нарывается. Мотюшку. Мотюшку пустили опять. Ну а как она сидит-то в душе, вся замерзла. Это. Слезет она с чердака, когда вот после ночи. И ждет, когда ей покушать дадут. Это. Жак. Вот вот. Это. Те-то захочет, они им. Они это. Они домой не пойдут. Я пустила бы. Захча и квадрат на море. Да, две вот. Это. Одна из котенков осталась. Эмиль, ты кому-нибудь там предлагай, короче, если что. Хотел... Да я бы выловил для начала. Она дикая. Она дикая, да. Ее никто не возьмет. Нет, эту не возьмут. Тело... Она как рыжина. Да. А, ну Караски, Захча, это дочка рыжины. И Караски в нее. Угу. Рыжину вчера видел. Все так же с корябным глазом ходит, стандартно все, да? Да-да. Семен. Семен размером, вот, там да. Вот, наверное, там как черныш он. Он какой размер... черныш? Черныш от... Нет, там черныш круг. Там целый собак. Он тут раз, я что тут... Черныш перерос. Черныш тоже крупный очень был. Он когда ложился, он мне вот так был. Да? Когда он ложился. В общем, короче, не он считая хвоста. Здесь порог. Там не кот, а собака Семён там стал. Там морда вот такая. А, ну, морда это может, пушистая ну, просто. Ну, красивый, да, так. Вот, оригинальный. Как кобыла сивая. Оригинальный. Ну, не сравнить там с кошечкой обычной. Как Эмиль прикалывается. Как ты сказал, Захча это Хюрем, они между собой дерутся. А это Махидевран. А это Махидевран. Ну, тихо. Там уж начало ты тут только это смотришь. Порядок наводишь, ли? Я ей, короче, с утра... Волховозка. Ну, а что это теперь? У меня нет сейчас денег. Я посмотрел, там нормально. У меня сделал. Вообще нет. Насчет крыши нормально все сделал. Сделал крышу? Да, все нормально. Хорошо. Я, короче, саморез. Вот такую сотку. Ну, сотку. Нет, тут поболее вроде. Сотка 10 сантиметров, если не ошибаюсь. А то и поболее. Этот... Колечко вот это переходное. И еще плюс побольше, чтобы ну, шифер как следует прикрутился. Примялся. Так. Че, в общем, мой? Я это... Че ты?
Ей попить налила, она прям с удовольствием попила, потому что там уже мороз. На меня это не работает. Это. Пить хочется-то. Вот. Попила и мяски ей дала, кусочек она покушала. Сейчас еще дам. Это, насыпала коробочку свежую, песочек, все. Коробочка чистенькая, она еще пока вообще. Вот, правильно. Песочек насыпала. Это, песок последний, короче. Насыпала свеженького песочка. Ну, она молодец. Она в тот раз хоть и всю ночь орала, но она насчет туалета молодец. Я ей доверяю полностью. Ну, вот она придушная, то, что она орет. Ей, типа, надо спать рядом с людьми на кровати, чтобы ее типа пустили. Чтобы она рядышком спала, как ребеночек. Она странная насчет этого. Есть шванерка, но вещи в коробках. Это называется... Нет, это называется ты. Чё? Шванерка пустая стоит, незаполненная почти. И ты все в этом держишь. Ну, так... Такие люди извращаются. Ты. Я убираю сюда там чистую майку, что-то там. Вот именно, что это одежда, которая повседневная, постоянно это, как ее... Промахается туда-сюда. Да, которая это... Туда-сюда. Куда я ее запихаю в чистые вещи? Тоже. Вчера ролик посмотрела, короче. Я, в принципе, так в этом и не сомневался. Мои домыслы подтвердились, короче. Ну, в общем, как на Ютубе кто-то придумал. Взяли, переодели дедушку, дали ему тележечку. Ни бомж никакой, ничего, ни алкаш, вот. Ой, ничего. Ясно. Просто пошел. Пересказ. Ну и что, я просто, мне прям машинки... Да, не до слез, но все равно прям затронуло за сердце. Ну как я не поделюсь? Хотя я так и думала об этом. Именно так. Вот. Переодели, ну как эксперимент, короче. Поставили у супермаркета для миллионеров. Вот, он просит помощи, помогите, я уже 3 дня не ел, хоть хлебушек, но хоть булочку какую-нибудь. 100 человек прошло, мы не можем дать там что-то, ну, у вас же джип, вот там, вы же, ну, у вас же полная тележка еды. Это, одна какая-то, он уже подходит к машине, она там сумки загружает, ее муж там, типа, ей помогает, вот. Он просит у них помощи. Она со всей дури какая только была, со всей силы хлебом ему в лицо как запулила. Он как он берет такой, нифига себе, 680 рублей хлебушек. Не, за 19 рублей, мне кажется, будет вкуснее. Либо же вот, который тетя печет. Кстати, ну, это для таких. Нет, который, кстати, она вчера спрашивала, как вам хлеб, ну что, нормально пропекся все? Я сказал, да, хорошо, все пропекся. Хлеб вкусный, да. А люди пишут, там комментарии почитал, а вот у простого магазина, ну, у простых магазинов, если люди просят, им дают сумку целой еды набирают. Типа, простые люди друг другу помогают. Ну, как объяснить? Просто комментарии полистала, почитала. Так не... Короче, эксперимент они проводили, в общем. Вчера смотрел тоже это, как ее, как печки делают там люди, про печки все интересовалось, смотрел. И там надо мастером быть, короче, чтобы делать печь. Не мастер, он на той мастер, что он уже сколько лет делает. Как говорится, чтобы обучиться одному делу, хватит 10 тысяч часов, 5 лет, чтобы обучиться какому-то одному делу. А сколько я уже? Больше 5 лет уже? Че? Да, больше 5 лет. Че? Икона. Да, больше. Я 8 начал. Да ты там всего полгода делал. И в 12 забросил. А. 5 лет. Но ты вот с того момента, вот ты девушка. Каких 5? 3. Подожди, сколько там? Ты что заносишься? Я в 12 лет забросил, я помню. Я тут краски уже все меньше перестал уж делать. Ну ладно, пошли чай пить. Ну что, давай врубай сейчас. Ну, Моти тут сегодня что-нибудь еще там отобрать надо. Покормить ее хоть маленько. А это может какой суп сварить. Так, ну ладно. Давай. Мороз на улице, короче.
мороз. Легкий. Мороз. Не сильный.